Приветствую всех зрителей канала. После вынужденного перерыва очень рада снова вас видеть. В этом видео хочу завершить гельштаг по организации хранения сыпучих продуктов. В одном из продовольственных магазинов нашего города появились подходящие баночки с бамбуковыми крышками по очень привлекательной цене. Приобрела сразу 13 баночек, вышла на 116 белорусских рублей или 45 долларов по курсу. Сделаны в Китае, качество очень хорошее. Также к банкам купила наклейки, чтобы все выглядело стильно и красиво. Маленькие бутылочки, приобретенные в фикс-прайс, тоже пригодились. Теперь в них буду хранить уксус. Вот так аккуратно теперь все выглядит. Нужно будет докупить еще несколько банок под маш, чечевицу, какао, а также сладости и орехи. Я очень довольна результатом. Надеюсь, это видео было для вас интересным, а у меня на сегодня все. До новых встреч!